Итак, внимание. Ликс. Это операция под номером 002. Ты хорошо изучил лабораторию в тот день и вышел. На этот же черед большой тюремный маяк. Говорят, он заброшенный. На нем уже нет смены. Он заброшенный первый месяц. Говорят, что они все покинули его. Пожалуйста, изучи это место. Понял. Так. Я включу фонарь. Надо осмотреть, что это за место. Я сюда еле-еле плыл. Да, Алекс. В любом случае, я установил тебе GPS. Снова, если что, он включен. Нажмешь на кнопку, и вертолет вылетит к тебе автоматически сам. Точнее, бригада. Отбой. Итак, всем привет, ребята. Сегодня у нас изучение этого места. Я даже не знаю, что это такое. Говорят, это тюремный маяк какой-то. Давайте-ка поработаем и поубираемся тут. Давайте-ка посмотрим, что здесь. Мусорка эта. Она не... Сейчас. Нет, она не открывается. Надо ее выкинуть. Странно, что она тут делает. Фу, столько мусора тут. А откуда тут снег? Ладно, я не знаю. Давайте-ка возьмем коробки. Посмотрим, что в них. Так. Давайте-ка попытаемся его сломать. А в нем ничего нету. Тогда давайте-ка разгрузим некоторые коробки. Я не знаю, что это за коробка. Она... Угу. Давайте-ка ее отнесем-ка. Она ничем не нужна, поэтому я ее выкину. Давайте-ка разгружать. Что это за скамейка? Ага, ладно. Угу. Давайте мы посмотрим, что тут у нас. Коробочка какая-то. И что с этим делать? И как вообще эту дверь открыть? Не курить. Осторожно. Так, тут что? Тут бывают материалы, которые могут взрываться, а также разгораться. Так, что здесь администрация персоны. Так, теперь у меня главный вопрос. Как мне туда попасть? Как же мне реально туда попасть? Хм, может быть, тут есть что-то? Ну-ка, там ничего нету. Ну ладно, давайте-ка посмотрим, что там еще есть. Как его открыть-то? Я не знаю. Угу. Давайте-ка посмотрим. Итак, ладно, так, что же делать? Может, ударить по ней? Опа. Нифига себе. Ладно, так, давайте-ка посмотрим, что это. Видимо, какая-то лаборатория сильная. Так, тут что можно сделать-то? Что на клавиатуре там пишет? Это что, это как устроен мозг? Странно, какие-то так много компьютеров. Я тут не разбираюсь, что тут как. Ладно, давайте-ка посмотрим, что тут у нас. По полочкам. Угу. Осторожно. Это вызовная. Так. Осторожно. Это вызовная кнопка тревоги. Так, я не понимаю, что тут написано. Чего это за звук? Блин. Угу, понятно. А, тут смотрите, что есть. Вот эта вещь. Разгружатель вроде бы. Давайте-ка возьмем одну коробку. Давайте поперегрузим тут все. Так, коробочку сюда. И будем грузить его. Ай. Так, давайте-ка его отнесем сюда. И эту коробочку теперь... Давайте-ка вот сюда поставим. Угу. Посмотрим, что тут еще есть.
Помни, Ликс, что тут всегда могут быть что-то еще непонятное. Так что это? Осторожно, может ударить током. Угу, понятно. Так, что за музыка? Ладно. Странная музыка. Давайте-ка ехать. Странная музыка тут играет какая-то. Угу, так, тут коробки, я как вижу. Фонарик мне тут, наверное, не понадобится. Блин, что это за мусор? Что он тут делает? А, это книжки, это книжки. Давайте-ка их в полочке разложим, что ли. А что, их нельзя, что ли, туда? Засуньте. Нет, что-то они не ложатся. Ну, давайте тогда... Давайте, что ли, на полочке поставим книжки. Ай. У меня камера что-то тут плохо работает как-то. Я не пойму, почему. Ну, давайте-ка... Коробка какая-то. Может, там что-то есть? Ну, ничего тут нету. Одна пустень. И тут... Тут тоже ничего нету. Одна пустень. Тут только пусто. Так, шкафчики. Так, диванчик какой-то. Стол. Блин, зачем он мне вообще нужен? Так, опа. Компьютер. Я предлагаю этот стол нам убрать отсюда. А ну, иди отсюда. Давайте-ка его уберем. Давай. Так. Компьютерная. Ага. Конфигурация. Угу, так. Конфигурация. Нажмите. Что там нажимать-то? Конфигурация запроса выполнена. Внимание. Да блин, ну иди ты. На, сломайся вообще. Ликс. Возьми сейчас пистолет и попробуй поискать что-то. Ну ладно. Вот я взял как бы пистолет. Угу. Поищи тут местность. Определи все, что тут есть. Ой, хорошо. Итак, погоди. Иди сюда. Сюда? Да-да-да, сюда. Тут кто-то, кажется, пропадал. Что за схема? Ты наблюдаешь за камерой сейчас? Да-да-да. Ладно. Странная схема какая-то. Не, подожди, подожди. Ну, я смотрю, смотрю, да. Так. Какой-то непонятный человек, популяр. А, он пропал. Это объявление я помню. 28 августа пропажа. Неинтересно. Ну, ладно. Ищи дальше. Места тут есть еще. Открой эти комнаты. Эти комнаты открой. А, они пустые. Ну, посмотри все равно, обыщи. Вот видишь, а ты говорил пустые. Ой, блин, я испугался. Господи. Что это тут такое? Ладно, я закрою. Ликс, тебе нужно быть бесстрашным. Так, о, это из какой-то игры. Вроде бы FNAF. Да, Ликс. Так я уберу отсюда стул. Компьютеры тут не рабочие. Они сломались еще 2 месяца назад. Это место заброшено месяц. Достали эти вещи, меня они уже пугают. Печка какая-то? Или... А, это стиральная машина. Ликс, хорош глупостью заниматься. Короче, мне что-то не нравится этот компьютер. Пули впустую не трать. Тебе за них платят, как бы. Ну ладно. Открою-ка я эту дверь. Смотрю, что здесь. А, здесь тоже... А, тут не пусто. Так, что тут у нас? Опа. Погоди, погоди, что это такое? Экспрессив форс. Понятная вещь. Я знаю, что это. И что это? Ну, это не для тебя. Это тебя вообще не будет касаться. Ну ладно. Посмотри-ка, что тут. Опачки, а тут принтер какой-то.
Странно, откуда он? Он рабочий? Ну-ка. Если я клавиатуру выкину, что за компьютер? Почему они все бронированные? Я не знаю. Попей что-нибудь. Смотри, может быть, они пустые или не пустые. Нет, они не пустые. Вот тут даже арбуз есть. Давай-ка я его сломаю. Да. Перекуси, если ты голодный. Если что, все чисто прибирались настолько, что целый год можно не убирать, чтобы все было чисто. Как бы ты грязно не прошелся. А теперь посмотри, что это? Похоже на какой-то пульс. На какой-то пульс похож. Понятно. Нажми-ка на синюю кнопку. Ладно. Ну, сейчас вот... Вот нажал. Счетчик-датчик. And spinner beacon. Датчик показывает минус. Хорошо, Ликс, я понял. Иди дальше. Так. Что у нас там дальше идет? Ну смотри, тут есть лифт с музыкой громкой. Не, подожди, что это за дверь? Синяя? Да. Тут написано не курить. Понял. Ладно, хорошо. Так, давайте-ка посмотрим. Ребята, я не пойму, что это за место такое. Тут, кажется, какая-то камера. А, тут наблюдение, кажется, какое-то. Так, тут камера-контроль какой-то. Так, что за... Тут переключение камеры, что ли? А, да, тут переключение камеры какой-то. Переключение камеры. Мне так стул этот мешает уже. Достал. Так. Хорошо. Давайте. Посмотри по камерам, что там. Так, это лифт. Это у нас коридор. А, нет. Так. Другая. Блин, достал меня этот компьютер уже. Ага. А, вот это коридор, вот, по которому я недавно прошелся. Здесь камеры? Стоп, что это за камера? Подожди. Ага, опа. Вот это место мы не знаем. Я тоже не знаю. Так, сколько времени там? Время? Час 9. Ага, ладно. Ну, неудивительно, что ты прям в час ночи пробрался сюда. Жалко. Так, ладно, давай, иди. Хорошо. Включи фонарь. Тут темно, упасть можешь. Все можешь вырубать. Так, это что такое? Что за камера? Ай, зачем я нажал на эту кнопку? Вырубись. Так, ага. Это камеры какие-то. Что этот стул тут делает? А, зарядчик. Так, что у нас тут? Комната какая-то. Что это за туалет такой? Ладно. Пройдись по камерам. Что тут? Господи. Тут, кажется, ядерные испытания делали. Атомные испытания. Что тут может быть? Какие тут еще могут быть испытания? Так. Ну ладно, что тут может быть еще? Говорят, тут странные аномалии были. Что за звук? Сирена какая-то. Я тоже это услышал. Ладно, что за... Эй, откройся! Откройся! Помни, тут могут быть аномалии. Что? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Уйди! Уйди от меня! О, что это было? У меня какая-то подсказка, что ли, высветилась на глазах. Как будто это я сделал, как будто я поставил и удалил, типа. Странная вещь. Ладно. О, дверь открылась. Так, отлично.
Так, блин, я в эту дичь не за... Ну ладно, не зайду я туда. Так, что тут у нас? Проверь тут комнаты. Возможно, что-то может быть. Ай, ай, что это? Кто там появился? Кто там появился? Господи, кто это сейчас там был? Что это там такое? Так, вроде бы это комната. Ай, 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 какая-то девушка с пистолетом там. А, блин, я не знаю, что там такое было сейчас. Только что. Ну ладно, она пропала. Она пропала. Это отлично. Это хорошо. Ай, ай, что это за существо там появилось? Ай, 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 оно стреляет. Оно стреляет. Ай, прям ногу прострелило. Он ходит. Он идет. Ай, ай. Ой, дверь закрылась. Это хорошо. Ах, может и плохо. Так, что там такое? Эта дичь не идет сюда? Нет, эта дичь идет сюда. Так. Ай, ай, она стреляет. Так. Давайте посмотрим. Ее нету. Ее нету. Итак, ладно. Ты кто? Ты кто? Кто ты? Take this med. Что это такое было сейчас? Господи! Что за ты ж чертиха? Что за аномалии тут, я не пойму. Ах, ладно. Придется просто идти. Итак, ладно. Ты кто? Кто ты? Привет, я собака. Я могу тебе помочь. Нет, 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 это у меня галлюцинации какие-то. Это просто галлюцинации, наверное, у меня какие-то. Не-не-не-не-не. О, он пропал. Он пропал. Так, как тебя закрыть? Что за это? Дичь тут появилась, я не пойму. Ладно. Какая-то японка непонятная. Ладно, так, так, так. Откроем-ка следующую дверь. Я, кстати, предупреждал, тут аномалии могут быть. Так что не пугайся, но остерегайся. Как это понять? Ну, просто поймешь. Так, ладно, я... Да что это такое? Ты кто? Кто ты? Кто ты? Пошел он! Что это за... Что за трансгендер был? Что за трансгендер сейчас был? Я его бил, он кричал. Видимо, тут реально аномалии. И у меня опять в шлеме высветилось то, что как будто я создал и сам это удалил. Я не пойму, что это тут. Лифт? Нерабочий какой-то он. Так, ладно, мне надо идти. Что это? Господи, что это за паукообразное существо? Что оно делает? Что это такое? Что это? Это хедкраб какой-то. Возьми пистолет! О, сейчас! Сейчас! Замочи его! Замочи! Он что-то не умирает! Все, я его убил! Это хорошо. Посмотри другие комнаты. Что тут еще есть? Так, ладно, посмотрю-ка, что тут... Я услышал, что что-то упало. Так, ладно, мне надо просто идти. Угу. Просто надо идти. Бесполезные камеры тут какие-то. Так, что тут у нас? Так. Какие-то компьютеры, опять снова камеры. Давайте посмотрим, что тут. Так, что? Это оружейный склад. Привет, ты кто? Это я, тот самый убийца. В смысле ты убийца? А ну пошел. Ай, ай, а. Пошел от меня вон. Пошел от меня вон.
А, пошел вон. Надеюсь, его там нету. Что за дичь тут вообще происходит? Лифт нерабочий. Зачем мне вот это нужно? Так, что тут у нас в этих? В коробках ничего нету. Это оружейный склад. Ох, тут реально можно взять это. Так, надо перевернуть эту дичь. Я не знаю, что это тут такое. Лампа какая-то. Что это такое? Бочка с квасом? Что она тут делает? Не-не-не, мне надо идти сюда. Что это такое? А! Что-то еще было. Не, мне надо изучать это место, точно. Тут какие-то реально аномалии. Что за комнаты? Что это за комнаты? Комнаты какие-то. Лифт большой. Его долго изучать, кажется. Кажись, его реально долго изучать надо будет. Так. С какой стороны? Я с этой стороны открылся. Опа. Это, видимо, какой-то кусок земли просто забрали. Что это за дичь? Что это? Что тут такое, черт возьми? Какой-то бензин. Бочки? Что это тут? Я не пойму. Мне надо уйти отсюда. Я закрыл это место. Я это место закрыл. Следуй эту зону. Мне так холодно. Открой. Что это такое? Можешь вырубить фонарь. Тут реально какой-то кусок земли забрали. Подожди, на GPS где-то видна машина. Где именно видна-то она? Где именно? Ты иди, иди. Ладно. Так. Смотри, стоп. Я ее вижу, я ее вижу. Садись. Так, мне надо поехать. Включи заднюю камеру. Я уже включил ее. Так. Так. Объедь это место. Посмотри, что тут так. Эту местность нужно тебе изучить реально. Досконально. Потом уедь отсюда. Я... Так, я встал. Что это такое? Комната. Так, тут мигает свет. Радио. Оно вообще как-то работает? Что это за место? Компьютера. Нерабочие, видимо. Так, ладно, что, блин, тебя? Что это такое? Что за гора-то тут такая? Непонятно. Блин. Вентиляторы большие. Что это такое? Ладно, Ликс. Подожди, что за ворота? Что за двери? Я не знаю. Посмотри-ка, что тут так, не так? Что это такое? Это, кажется, я уже понял, что это за место. Это то самое место из одной игры. Про Стикманов вроде бы. Они воссоздали здесь эту местность. Что, реально? Да-да-да. Я понял, что это. Так, ладно. Если играл в Стикманы, ты, наверное, помнишь, что это место было тут. Ну, типа гора, вещь. Ладно. Я уже снял свой шлем. Ликс, уезжай отсюда. Ай!